Hier is Joots. Wat is mijn water? Wat ben je hier nog hier te drukken? Как ты ее поднимал? Как ты ее поднимал? Я думаю, что там, это проигрывает. It's your film, yes? Yes, yes, I made it on my way here now. I'll start it now when we start with a big draw. Okay. La perfecto. You know, very nice place. Yeah. Very nice. We worried about the flood, the water that was, there's no dam wall that you can open the sluice, so the water we will see. So we were nipping and say, always with yours. On the ground. Yeah. It's touch go, we had to go back to Rurik. Boba's place. Очень волновались за уровень воды, открыли шлюзы. Если бы не получилось, поехали бы на Рудикопис туда. Мы с Вовой, бля, вчера бы 4 ведра вытащили для конопля. А на сале сколько? Иди покури. Пойду. Теперь уже. Видишь, перешел на андроид, уже согласен идти курить. Но не на Дельким. Дельким нет. Ну это уже скоро признание наступит. Вот, оно уже близко. Это пятый шлаф уже. Все, да. У него была яблока. Нет, в самом начале. Потом он присел на грызу. И втихаря что. Я говорю, чего? Тебя снимают, ну ты давай, попроси. Хочешь что-то про Рому сказать? Я. Рега. Что, ты уже можно уже говорить? Можно говорить. На каком языке говорить? Какой хочешь? На русский, английский, иврит. Аудитория. I will speak in Russian, so you. Ну. Мы сейчас находимся в районе Лимпопо, то есть более северной части Африки. Но на самом деле она более южная. Это Йоан Опли, это капитан сборной ЮАР. Мы сейчас будем в сущности кушать. У нас будет общий ужин. Как вы видите, там будет сейчас сборная ЮАР. Вон она подходит. На подходе. Это состав судей. Судей будет около 12 человек, чтобы вы понимали просто, сколько ожидается рыбы. Я надеюсь, что большая часть будет у нас. Мы сейчас представляем Израиль в данном случае. 4 команды. Капитан и тренер сборной, который здесь присутствует. Это серьезный матч. Против нас выставляются, в сущности, 2 самые топовые двойки Южной Африки. И 2, которые стремятся попасть. Одна, которая уже в сборную, одна, которая стремится попасть в сборную. Матч начнется завтра, в 8 часов у нас будет маркирование, в 10 начнется соревнование. И будет до 21 числа, до 10. Жеребьевка сейчас будет провестись, она пройдется в 2 этапа. Первый этап, это у нас будет разбивание по зонам нашей команды. И второй этап, сразу же будем доставать номера зон. После этого у нас будет гала-ужин, и после этого мы пойдем поднимать наше оборудование в наших зонах и лагерях, которые мы выберем и получим. You can say hi to the people that are listening to us from Israel right now. I just explained what will happen during the few hours and tomorrow. You can add whatever you like. Yeah, so I would just like you to watch these guys over the next 72 hours. How they are now passionate and all going until they start catching the fish. We hope that we will be catching more than 6 or 7 tons in the 72 hours. So
it's going to be hard work. Fishing is not always pleasure, it's hard work as well. It's always pleasure, but it's still hard work, yes. И мы хотели еще добавить, конечно, что нас всегда здесь тепло принимают, нас всегда здесь рады. Это одна из стран, которая нас принимает очень тепло. И замечательно, что есть в карфишинге такие отношения, которые могут все время сделать вот такую вот связь. И он действительно карфишинг связывает. Поэтому мы очень рады, и мы всегда говорим им огромное спасибо. Но с другой стороны, посмотрите, и ребята это могут подтвердить, всегда с улыбкой, всегда с пониманием, и всегда с пониманием относятся к нашим иногда очень странным просьбам. Thank you. I just said that very welcome to get here every time. It's I think he's live. Yeah. He's live? Yeah. Okay, perfect. Live, he's live. Good afternoon, Esra. So, which are the things? Это не как Степчин. Это хоть вырежет. В смысле снимаю? Что, и бабки заплатит? Вы в прямом эфире. И что? Просто говорю. Кривые слова в прямом эфире. Страна, привет. Фильтруй Мазар. Да, здравствуйте. У нас просто нервное такое-то. Немножечко состояние. Вы боитесь тех тонны на каждый... Но они нас не обижают и не кусают. А еще горы вот такой высоты и реки вот такой ширины. Глубины. Еще один борцов. По стопам Айболита. Ну да, он же тут был. Это, так сказать, шелковый путь Айболита, да? Зайди через это, останови. Зайди, там тоже срафишь. Зайди там. Ну, мы все сели в телефон. Ну, пипец, а? Да, извиняюсь, оговорился. Я не вот прямую трансляцию ставил. Вот, в отличие от папы, ты не изменяешь свои. Да, да, да. Это папа. Он совершенно не может сдаться отличать. Куда? Веди мне, пожалуйста. Нагибайся. Я бегу быстрее. Я не сомневаюсь. Зато когда я сон быстрее себя. Кому? Everything.
Да, для этого и приехали. Мы не нужны столько. Мы должны делать свое дело, что все может уходить. The South Africans are running to their cars. So maybe we should do the same. And we went to the car like very easy on the east way. And after like Thank you. Here's okay? Yeah. Thank you. Thanks. You're not allowed to have punishment for long. הלו, אם יש סופת ברקים, בטעות, יש איזשהו גשם היום, אז אם יש סופת ברקים, אתם אמורים בחמש דקות להוציא את כל החכות שלכם וללכת לאוטו. במקרה של מישהו זה, אז לבית או... יש לכם חמש דקות אבל להוציא את כל המקלות ולצאת החוצה. אצלנו יש את הטילים, קטיושות, עזור. מה זה ברקים אצלנו? Игорь, где машина? Вон она белая. С прошлой группы. А, это не зеленый Игорь. Алло, Ром, Рома, ты бы мог бы сказать заранее? Да, что ли хотим там язык потанать, я верю. Я сразу сказал, просто я не сказал. Карман? To do what? What is anchor? Haka? Yeah. Okay. Normal stuff. Haka. Вовка, ты держишь? Давай, давай, давай. Ставим к нам? Да, ставим к нам и идем. Идем просто к нам, а потом это. Не, я хочу каждого, увидишь, они не скажут. Я ведь попросил всех подойти. Я понимаю, что вы ни хера не слышите. Когда вас просят, да хоть 10 камер. Каждому дайте по подарку. Я не говорю. Я это сказал. Судим зеленое. Этим белое, это одно и то же. Прям сейчас или организовано? А мороженое, по-моему. Детям. Детям, бабе цветы. Может там посмотреть. Не, наоборот, делай свои.
Сейчас открытие, это есть открытие. Ты определись. Ты определись, ты сказал один раз тот, один раз другой. Ребят, вы что-то это, вы ловитесь к словам и придираетесь. Сейчас идет открытие. На открытие начнется пэк дроинг, начнется через 5 минут. Мы про белые и зеленые. А, белые и зеленые это... Зеленые судьи. Да, просто их наоборот было. Или белые судьи. Белые судьи, зеленые... Ты прав, Антон, ты прав, ты умничка. Ты кому что? Нет, ты можешь контрольный. Нет, да, я не зеленый, один раз я тебя сейчас выгоню нафиг, пойдешь, не знаю куда. Потом придется тебе сказать, что ты был неправ. Я уже сказал. Заменить его? Кого? Меня. Ты вообще охуеешь. Лиха. Рома, так кому какие? Окончательно, определись, пожалуйста. Это кому? Я понял, что это с вами не будет. Не, ну так нельзя. Если нельзя, тогда встаньте, пожалуйста. Прямо сейчас? Да. Объявили. Вот, пожалуйста. Сначала судьи. Скажи пару слов. Скажи им это. Леша в тим. Окей? Объяви. Пожалуйста. Я объявлю. Никого, никого не надо это. Hey guys, we have a small present from Israel to the judges and to you. So we'd like to give it to first to the judges. It's not a bribe, don't worry. Okay. It's for you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Okay. Thank you very much. I appreciate it. That's not an issue. That's how you do it. Thank you so much. Thank you. What you have inside, actually, there is two things, just to let you know, is an Israeli coffee. Okay, and it's a plate that you should put in your home. It's from Jerusalem, and it's blessing for your home. Thank you. So it's and the coffee, if you would like, there is two coffeeholics there, and they can explain you how to do it. It's a very, very, very strong coffee. I don't drink coffee. It's not that. They are. You might need it after 72 hours. Fine. They hate will be driven by me, so don't worry. Thank you. Lapis? But about the coffee, as far as I know, how to prepare it, you need to put one, not small, not big glass, medium glass, with one cup of coffee, really boiled water, to put it the water inside, to wait like 1 minute, to bubble it, to wait 2 minutes, then to put sugar, and then to drink it. And it's supposed to open your eyes, and it's like magic. Thank you. I hope it will work for you. But the other side is the plate for you. Thank you, guys. So you got about the coffee, right? Yes, I know. Okay, let's talk about the money. Я не прав. Ты вырос в моих глазах. Я уже два раза. Игорь, у тебя все нормально?
We're going to draw the sequence. Can you start with the problem? I don't know who's going to be drawing from your side. The blame one. There we go. Oh, wow. I'll draw him here. There's not many in me, but just number one. Второй. Это мы тянем просто зону. Очередь тянуть, кто будет тянуть. Коля, где моя рука пожатия? Где мое пожатие руки? Где? Все, все пожатия. Вот это перфект. Но это то. Роман и Равив. So I'm drawing for me and Raviv. Perfect. Роман и Равив will be sitting in A zone. Where is A zone? B. Oh, perfect. Okay. And again? Okay, and again, B zone is for Oleg and Gennady. Okay. C zone. C zone. Okay. That side. Vova and Anton. Vova and Anton. C zone is there. Gato? Vova and Anton. D zone. D zone. Here. Yeah. Okay. And then, на той стороне. Vlad and Nicolas issued with Bison. Какая у нас? Perfect. Ты хотел там? Мы в цеп. Мы в деп. Okay, so next is for Dean and Delta. We were a professor in our university. Who is Delta? I just want to okay, next is for Safi and Crystal. No. Hey, how's it going? Okay, then it's for you know that you have luck, right? And then we are making don't worry. Okay, so now one and two. It will be now the big one. Маленький. Нет, маленький. Ah, yes. One or two. For the pig. Which one will we want? Either one. They're all the same. They're all the same. Da-d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 a. Up. Two. Number two. Okay. So it will be A2. Сектор. Второй сектор. B2, C2 and D2. То есть не крайне. Зона A не крайне. A2, это значит, если это первый, то это второй. Вот сейчас это все. Окей, can we? Yeah. Все, закончим. А мы только во вторые или первые? Крайне или нет? D2. Не крайне. Я не знаю, что это значит. А D2. Вот такого смотрели. B2. Это три. Раз, два. Раз, два. Мы крайне справились. Да? Говорила, ты купишь. То есть пиздеть больше не будем, да? Все и получается, Рома. Да, все. Да, все. То есть мы крайние, мы крайние. Мы всегда у него крайние. Не, он у нас крайний. Конечно. This is the swim number. Ah, okay, okay, yeah, yeah. Yeah. Okay, so this is South Africa. Okay. This is yours. There is the swim number. Okay. B2 is number 16. D2 is 30, C is 24, and I is 10. Okay, perfect. Can I take it for a second? Yeah, I just... Yeah. А, на меня смотри на секунду. Команда А. Подожди. А, которая В, это Рома и Равив. Мы сидим в секторе 10. Окей. Команда, которая сидит в секторе Б, Николай Бригаренко и Влад Косик, сидит в секторе 16. Команда, которая в С-зоне, Геннадий Хайкин и Олег Башкуров, сидит в 24-м. Те, которые в D2, это Вова и Антон, 30-й сектор. Слыха? Я перепутал. Где 30-й сектор? Где? Ты куда показал, вот здесь, куда ты показал, то она это, да?
Вопрос о крайней и не крайней. Они крайние, мы крайние. Я только не понимаю, почему вы крайние, если вы вторые. Вторые, правильно. Мы так, зона А, Б, А, Б, первый, второй. Нет, второй. Супруга попросила помахать. Здесь первый крайний. Вот машу двумя ручками. Си-24, возле домика, у нас сектор. Все, видела? דיבה, תגיד לאבא שיתחבר גם, תשלח לו קישור. אוקיי, פרפקט. Они выбрали. Нет, они выбрали сектора Окей. Но они не считаются китунин, потому что они семь секторов от начала сидят, а вы сидите. Какой вы номер? Данк. А, вы сидите один сектор. А у них слева. Thank you. Они не вытягиваются. Достаточно. А как команда не распределили? То есть, мы вытягивали на команду. Надо было тянуть, нет? Нет, они у них было уже заранее там заготовлено. Вот. Они уже знали, кому. Туха, мы где? Вот, видишь, то есть здесь есть команды были, были A1, A2, B1, B2, C1, C2. Надо было только вытянуть паря очередь, кто выбрал, Израиль или Сауф-Африка. Я вытянул второй, значит, мы получили. 10-й, 16-й, 24-й, 30-й. Какая команда здесь сидит? Это же до этого было, по пегам я вытянул. У тебя все есть в этом, у тебя есть быстро фишинка, зайди, вся таблица уже там. Что ты имеешь в виду? Вот все есть. Они кинули? Кинули? Ну что, я просто спиной сижу, я не видел. Let's go. Опа! Им только втянули. Им только втянули, им только дописали. Рома, а? Да, в какой зоне они втянули? Рома? Ребята, есть еда, так что не стесняйтесь. Ты не просмотрел просто. Я не вижу спину. Почему я снимаю? 24. Ой, как вы...